Всем привет! Походу дождь опять начинается, да? Доброе дождливое утро. Уже какой день? Вороны! Дайте слово сказать. Хоть какое-то. А какой уже день идет дождь? И, боже, какой кошмар, девочки, я только заметила. Вон, конечно, у меня еще тот, бидончик тоже. И настроение, в принципе, соответствует дождю. Потому что в течение недели, я уже почти неделю, по-моему, не в последний раз в воскресенье выкладывала видео. Я записываю видео, да, там говорю на какие-то темы, а потом благополучно стираю все с телефона. Я не знаю, что со мной происходит. Мне кажется, все таким каким-то глупым, где-то максимально неважным. Надеюсь, что это видео вы уже увидите, потому что надо немножко выходить в медийное пространство, потому что, ну, не, скажем так, не хочется потерять. Я не могу сказать, что для меня канал как чемодан без ручки. Но просто не хочется потерять все свои усилия, все свои труды, сколько там бы просмотров не было, но тем не менее. Пойдем, Микуша. Мы, как всегда, утром гуляем. Сегодня у нас суббота, выходной день. Если получится, я хочу некоторые рецепты вам сегодня показать. Но, опять же, не буду загадывать наперед. Микуля, Микуля, пойдем. Мики по-прежнему любит дождь. У него в этом плане ничего не поменялось. Трошки тормозы, это нормально. Такая вот у нас погода сохраняется уже несколько дней. Не, наверное, уже неделю где-то. Последний раз я ездила в гости в понедельник. Отвезла, кстати, Пасхи. За раз минус 9 штук. Я там пару штук оставалось, я их уже потом доела. Всем понравилось, слава богу. Как бы я довольна. Во-первых, что увидела людей, которых давно не видела. Вот и... Во-вторых, в-третьих, им было вкусно. Это самое, мне кажется, главное, что может быть. Так уже хочется солнца, настоящей весны. Зато цветов много. Сейчас мы пройдемся. Может быть, с вами там тюльпаны распустились очень красиво. Я тоже хотела вам показать. Для меня, знаете, стало неожиданностью то, что люди меня потеряли и начали действительно спрашивать, все ли у меня нормально, куда я пропала. Вот. Для меня это стало неожиданностью. Ну, наверное, потому что я взрослый человек и прекрасно понимаю, что у каждого своя жизнь, у каждого свои проблемы. И на просторе Ютуба очень много блогов, да, есть что посмотреть. Ну, мне почему-то так кажется, что если я когда-то уйду навсегда, вот, то во мне люди даже не вспомнят. Оказывается, что есть те, кто вспомнит. Поэтому за это вам, конечно же, большое, большое спасибо. У меня все более-менее в норме. Пойдем. Есть определенные нюансы, но я бы уже не хотела освещать это на Ютубе. Я думаю, что все, слава богу, будет решаемо, и все будет отлично. У вас, я надеюсь, тоже. Девушка Алина мне скинула, я вчера только буквально скинула 20 апреля, я только вчера увидела на почте 7 с чем-то долларов для животных. Ваши средства обязательно пойдут на животных, потому что параллельно я сейчас собираю, у меня заканчивается уже корм, вот этот 10-килограммовый. Я на него собираю как раз. И я еще покупаю собакам вот эти вот шейки мясные. Они, кстати, тоже подорожали, там 4 с копейками, по-моему, за 100 грамм. То тоже туда пойдет. Спасибо вам большое, Алина, вы не первый раз сбрасываете. Будем кормить наших хвостатых, потому что, несмотря на то, что уже тепло, по идее, они сами могут найти еду, но не все имеют... такой характер, да, чтобы пойти искать. Иногда за еду надо тоже бороться. Поэтому будем подкармливать. Кстати, вот таких малышей я тоже подкармливаю. Да вы куда? Я ж к вам иду.
Друзья мои, мои друзья, Танилы Мазуми, тихо, тихо, спокойно, пошли. Спокойно, я взяла вам, да. Да, да, мои друзья, да. Да, да, попками крутим. Такие попки маленькие, сейчас даю. Все, все, да, да. А ты такой, а ты так лапку да задаешь, а я тебе, а ты мне, а я тебе. Сейчас даю вам, даю. А таких даже в продаже не видела, ну, чтобы кто-то продавал. А вчера я проходила, видела, продавали красные. Не лезь. Как, большие такие. Не знаю, почем, конечно, возле зирки. Красиво. Уже тут нарвалась. Судя по всему, тут уже кто-то воровал. Пойдем, Микки. Да, в основном красные, вот эти вот желтые. У нас очень много в парке, на памятнике там, где насажено. Куда ты идешь? Микки. Не коротенький был, да? Да. Кстати, да. Вообще красивые кадры получаются с дождем, но лучше бы дождя не было. Хотя для цветов такое раздолье. Цветы растут хорошо. Я не знаю, почем они вообще в этом году, но растут хорошо. Короче, мы пришли к выводу, да, тут такие три было красивых фиолетовых, их уже сломали. Там много поломали, видишь, одни эти пооставлялись. Я считаю, что люди вандалы, блин. Маленькие фиолетовые. Ну, большие, нет, тут даже на букет, а ну, блин, ну, возьми, купи. В этом году, мне кажется, они, ну, по крайней мере, тюльпаны сейчас недорогие. Это когда, ладно, когда 8 марта было, а так, ну, вот видно, что уже поломали. Вандалы, да, Ники? Пойдем, пойдем. Мне кажется, лучше, ну, я не знаю, как думать про бабулек, которые вот это продают. Но я не думаю, что Таня, может, и они тоже ломают. Я не буду утверждать, но не знаю. Я бы такая, что лучше, фу, если покупать, да, цветы, то у какой-то бабульки купить, выручить. Но я надеюсь, что она не на клумбе. Фу, Микки, маньяк. Хоть червяком не ешь, то хорошо. Хорошо, хоть на памятнике все нарвут. Сейчас вам покажу тут маленькие желтые тюльпаны. Пойдем посмотреть. На, подержи его, будем сейчас залезать на памятник. Залезай просто на памятник. Микки, иди, я хочу цветочки показать. Красивые такие жовти. Еще интересно, настолько много разных сортов, что они такие маленькие, они вот красиво здесь смотрятся. Это у нас памятник вот такой вот здесь. И вот тут очень много красивых, пока не сорвалы, знаете, пока не свандалы, я вам покажу. Мне тут нравится, не знаю, что это за растение, но тоже очень красиво. Я не буду прям туда залазить, просто вам вот так вот покажу. Красиво смотрится, вообще ухоженно. Здесь такая территория березки. Такая у нас тут красота. Несмотря на то, что война. Мика, ты что? Ты в какой позе застрял? Все равно стараются ухаживать. И природа, она чудесна. Фух, девчонки, несмотря на то, и мальчишки, что у меня сегодня на ходьбу 30 минут утром, потому что я записалась на маникюр. У меня, кстати, впервые в жизни я осталась без двух пальцев. А вот, и у меня всего лишь есть полчаса. Я думаю, что я буду ждать дома сидеть. Я лучше похожу. И в итоге я уже почти километр прошла, еще у меня есть минут 10, за 20 минут, да, где-то я, получается, и все, бегу на процедуру релакс и отдых. Для меня какие-то такие процедуры помогают отдохнуть. Посмотрите, какая красота получилась в этот раз. Почему-то на видео цвет передается абсолютно другой, чем в жизни. Попробую на другой руке. Мне просто очень замерзли руки. Уже 10 утра, а я только бегу сейчас в магазин. У меня сегодня будет, наверное, поздний завтрак и, наверное, без... Или уже это будет обед, без одного приема пищи. Ну, посмотрим. Не загадываю. Но хочу сказать, что абсолютно меня не тошнит. То есть сейчас чувствуется легкость.
Я еще дополнительно похожу сегодня. Так, обзор продуктов. Что я купила сегодня? Надо самое дорогое. Это вот это. Вот это мне нужно на подарок. Кава в зернах. Вот такая делюксовская. Ну, это я купила по... так сказать, ну, не то, что по желанию человека. Я просто спросила человека, какой кофе типа лучше подарить. Ну, короче, завуалировала. Вот, и теперь этому человеку подарю то, что ему нравится. Это самое главное, мне кажется. Растительное молоко сейчас по скидке в Арусе. По 55 с копейками. За счет того, что я не употребляю молочную продукцию, ни молоко, ни кефир, ни сметану даже, да, то есть молоко я могу добавить яичницу, например, или когда омлет делаю, и все. То, в принципе, мне покупать нормально вот эти вот альтернативы молоку. Но я еще не рассчитывала, насколько мне хватает. Надо как-то рассчитать. Ну и плюс по скидке было. Мои любимые коктейльные помидоры сейчас по вот такой вот цене. Беру всегда немного, потому что они долго не лежат. Филе. Филе сейчас стоит по 142,90. Это с ума сойти. Но наши реалии. На 74 вышло, ну то есть чуть больше полкило. Две штучки. Одну запеку, одну, может быть, сделаю рулетики. Но это еще не точно. Брокколи, девчоночки, должна стать вашей одной из любимых капуст. Вот, я не ем в чистом виде, она мне не нравится, дорогачки, честно. Но я добавляю в смузи с растительным молоком или с водой. Фарш вот такой вот взяла домашний на завтрак. Сейчас покажу, что буду готовить. Моцареллу вот такую по 47 с копейками она вышла. Такой кусочек небольшой. И вот такую вот колбасу. Она долго может лежать, не портится. Я ее тоже или в омлет, или в какие-то рецепты добавляю. В чистом виде я уже, честно говоря, не помню, когда я ела колбасу такую. Но в омлеты вкусно получается. Вот это вот усё. Вот это вот усё. Там 500 с чем-то, ну, где-то 600 гривен. Ну, всегда ни о чем, но это продукты, это еда, это наша энергия. Так, друзья, поскольку позавтракать по факту я, похоже, не успела, будет такой обеда-завтрак, ну, что-то типа такого. Нам понадобится тортилья или лаваш. На тортилье будет удобнее. Ну, типа, это такой бургер, но на лаваше. В качестве начинки будет салатный лист еще, помидорки я порежу, два кусочка сыра, пару кусочков мне хочется копчености добавить. Так, раз, два. Поскольку мне на две порции делать, то четыре кусочка вот такой вот копчености. И вот я подготовила уже готовый фарш. Можно самим сделать. Вот. Можно лук добавить, если хотите. Я не буду добавлять. Начинка нам пока не понадобится. Нам нужно приготовить такую себе котлету. То есть нам понадобится лаваш. Такой, если что, продается в Арусе. Очень удобно. Так. И очень сытно получится. Я не помню, делала я когда-то что-то подобное или нет. Так. Нам нужно примерно половину массы выложить на лаваш. У меня здесь 330 грамм фарша. То есть не сильно тонко, но если будет больше мяса, вообще классно. Если нет, ничего страшного. Так. Вот так вот я раскладываю. Сейчас параллельно нагрею сковородку. Так. На сковородку обязательно нужно добавить масло. У меня оливковое. Я не использую растительное, я уже рассказывала много. Раз. Тут без масла не обойдется. То есть тут прям надо, чтобы сделать сочную котлету. Поскольку сковородка у меня одна, я буду все делать постепенно. Еще забыла, не показала вам. Еще буду использовать вот такой вот соус. Он мне очень нравится. Так, разложили. Сейчас я разложу просто по всем. И где будет меньше. Ну, то есть вы понимаете принцип, да, что на лаваше будет вот такая вот котлета. Так, можно чуть-чуть сюда. Фарш можно использовать любой, абсолютно.
все хорошенько разминаем. Вот так вот. Здесь, я так понимаю, фарш не чисто филейный, а филе бедра, если не ошибаюсь. Чисто филейного не было. Так. Все. Сковородка нагрелась. Поэтому одну лепешку можно будет уже вложить. Алёп. Такая вот котлетка получается. Опа. Ложу следующую. Так. Теперь сюда ложим кусочек сыра. Угу. Так. Зелень. И чуть-чуть помидоров. Можно еще соус. Я, как всегда, про него забыла. Можно не добавлять. Я думаю, оно и так будет сочное и вкусное. И вот так вот сворачиваем. Можно не сворачивать, кому как больше нравится. Я просто сделала маме. Она меня и так очень долго ждала. Сейчас. Ну, в общем, принцип завтрака, я думаю, что вы поняли, как делать. И это очень вкусно. Бррр. Попытка согреться, дубль, я не знаю какой. Солнце вышло на пару минут и скрылось где-то очень далеко. Очень классный плед. Хочу еще раз большое сказать спасибо Свете. Из Америки она мне его присылала. Он очень теплый. Я всю зиму, в принципе, под ним укрываюсь. Плюс дополнительно еще свой плед. Но не знаю, это одеялка, плед, как это лучше. Очень теплый. Спасибо, Света, большое. Ну, в общем, не без ложки дегтя. Я хочу закрутить, знаете, на комментарии. Не, ну это шутка на самом деле, но... Понятное дело, что я там не снимала видео, но в YouTube я периодически заходила, читала комментарии. Во-первых, это не дёготь будет. Дёготь будет чуть-чуть попозже, подержим интригу. Я хочу сказать большое спасибо Анжелике Снежинской. Мне уже несколько человек скидывали одно видео, потом попозже еще скидывали другое. У меня наконец-то добрались руки, я посмотрела. Мне, благо, спасибо, скинули тайм-код, потому что, ну, скажем так... Слушать про обозреваемого Анжеликой персонажа у меня нет ни времени, ни желания. Поэтому я послушала исключительно то, что человек говорил обо мне. Я не знаю, где ей написать. У меня нет ее ни контактов, ни почты, ни каких-то социальных сетей. Я бы выразила ей эту благодарность еще раз лично. У меня такой возможности нет. Единственное, что я могу сделать, это через вот через свой YouTube-канал. Можно было бы написать комментарий, но я прекрасно понимаю, какой будет налет на меня, в том числе. Я думаю, что Анжелике тоже это как бы не очень надо. Потому что есть люди, да, которые там меня принимают, есть не... Ну, короче, это очень долго, размусоливание темы. Я хочу сказать в первую очередь спасибо человеку за объективность, за какое-то понимание, за адекватность. За все ее добрые слова в мой адрес. Она еще говорила обо мне хорошо еще изначально, когда я, помню, жила в Днепре. Тоже я что-то в видео говорила, тоже ее благодарила. И сейчас я тоже как бы в этом плане солидарна и хочу сказать вам, Анжелика, спасибо. Вряд ли, конечно, Анжелика посмотрит мои видео, потому что у меня контингент немножечко не тот, да, и контент немножко не тот, неинтересен для нее, как я думаю, как и для человека, как и для обзорщика. Но я думаю, что найдутся люди, которые... Просто передадут ей эту благодарность. И если вы увидите Анжелика, спасибо вам большое. Сейчас начнут сказать, что подлизывают, что в один какой-то фронт. Я ни в какой фронт не вхожу, в разборках тоже не участвую. У меня абсолютно своя нормальная жизнь. Но просто признаюсь честно. Понятное дело, что приятно, когда тебе говорят что-то хорошее. В особенности даже какие-то... Ну, как бы мало знакомые тебе люди. Ну, как бы доброе слово и кошке приятно, понятно, да. Я не считаю себя супер ужасным человеком, потому что сейчас
Сейчас до ложки дегтя дойдем. Мне начали писать гадости. Я скажу так, что я не считаю себя самым ужасным в мире человеком, так же самым лучшим человеком. Но я считаю, что я недостойна порой того, что выливают на меня люди. Я поняла, откуда дует ветер, мне тоже скинули видео. А, вот. Но ложка дегтя будет, ладно, не в эту сторону. Не хочу я обсуждать, знаете, копаться в каких-то... Мне это неинтересно. Даже с точки зрения заработка на Ютубе или там громких названий видео, там посмотрела это видео, там скандалы, мне это неинтересно. Как бы, как это воспринимаю я? Потому что, опять же, меня спрашивают, посмотри, там сказали, что ты лицемерка, что ты там кончена и так далее, и тому подобное, слониха. Как я это воспринимаю, абсолютно нормально, потому что, опять же, я вам до этого говорила, что каждый имеет свое мнение, вот, каждый, не знаю, судит со своей точки зрения, пусть будет так. Я не хочу скандалов, я не буду это затевать и этого делать. Возможно, те люди, которые говорят обо мне что-то подобное, просто пытаются вывести на эмоцию, либо же свою аудиторию, либо меня. Но меня на эмоции вывести невозможно. То, что мне было обидно, ложка дегтя. Видите, я стараюсь максимально все быстро, потому что, мне кажется, сегодняшнее видео явно будет на полчаса, потому что соскучилась где-то по вам. Все-таки как бы нельзя этого отрицать, ты привыкаешь к людям. Ну, в общем, ладно. Относительно моей внешности, моего веса, понятное дело, как бы что я там когда не говорила, что это не задевает. Ну вот. Про черты характера это одно, знаете, да, как ты с человеком себя ведешь, как тебя человек видит. Но когда объективно мне говорят про то, что это было под записью какой-то комментарий, про то, что на самом деле она очень полная, и вес там что-то спорный, и ноги у нее слонихи, и она врушка. И, ну, короче, то, что я опять вру, это еще один вид комментариев на моем канале. Но относительно веса. Пусть встанет на весы и покажет. Пожалуйста. Насколько вы помните, такая фиксация веса у меня привычная на канале. Я периодически встаю на весы, прям показываю. Не фотографии, не фотошоп, а именно я. Конечно, кто-то может сказать, что это... наемный человек приходит взвешиваться за меня, да, а я наоборот, вот мне уже говорили о том, что я вешу больше 100 килограмм. Пусть будет так. У меня в этом году ровно 2 года в августе будет, как я начала снижение веса, да, как я, ну, чуть-чуть, скажем так, поменяла свой стиль и образ жизни. Я этому абсолютно довольна, я рада, что есть люди, которые пошли вместе со мной по этому пути, да, в том числе и мама, которая уже весит 89 килограмм, у которой все получается, она себя прекрасно чувствует и вообще, да. Но я прекрасно также понимаю, что будут такие люди, которые вот как вот этот вот индивидуум, я не помню, как зовут, это, по-моему, женщина. Ну, в принципе, насчет женщин мне тоже все понятно. Понятное дело, что где-то меня это задевает, действительно, где-то меня это цепляет, потому что это большой труд. Я считаю, что каждый может что-то поменять в своей жизни, в своей внешности, в своем весе. Но когда вот так вот безжалостно начинают, типа, ну не то, что тебя там оценивать, недооценивать, нет, обесценивать тот труд, то, что ты делаешь, то, что ты показываешь и даешь, то есть у меня, знаете, возникает такое желание просто больше этого не делать. Понятное дело, что в основе, там, когда я начала худеть, мой канал превратился, типа, похудение, да, там, какие-то рецепты. Но когда вот появляются такие люди, честно, появляется огромное желание просто вот это все бросить именно эту тему. Понятное дело, что дальше снимать влоги, дальше... Там, может быть, они были бы реже, да, чем там тема с похудением, но тем не менее. А вот. Поэтому, если вам эта тема еще интересна, еще актуальна, и с рецептами в том числе, я уже нашла тот рецепт яблочного печенья без муки. Хочу завтра попробовать сделать. А вот. Единственное, что от вас зависит, в принципе, от ваших комментариев сегодня, буду ли я это снимать, или я буду там это, не знаю, просто делать и там выставлять в Инстаграм, например. Да, в Инстаграм у меня аудитория меньше, но как-то в Инстаграм меня меньше бросаются какашками.
Вот как-то так. Это не жалоба, это как бы констатация факта. Я еще начала больше заниматься руками. Так что, если я там увижу какой-то отклик, я упражнения могу снять, показать, которые я делаю каждый день, без исключения. Хочу делать несколько подходов, но пока не получаются. Руки горят, девочка, шо капец. Больше говорю, потому что это девочкам надо, а не мальчикам. Вот. Но на этой прекрасной ноте я уже так много наговорила, уже почти 9 минут. Буду заканчивать сегодняшнее видео, буду ждать ваши комментарии, ваши реакции, ваши какашки, может быть, где-то. Понятно, что можно в каждом найти, в каждом видео, в каждом человеке найти то, что поддастся критике, скажем так. Пусть будет так. Я всем желаю хорошего дня, хороших выходных, мирного неба над головой. И надеюсь, что надолго не прощаюсь. До скорых встреч. Пока.